Под весом тяжелого катка асфальт температурой более 150 градусов превращается в ровное твердое покрытие. Снять старый слой, очистить участок от пыли, уложить новый – все строго по технологии. Ремонт дороги на промышленности проходит в границах улиц Авроры и Гагарина. Работы ведутся на федеральные средства. Протяженность участка более 3 километров. Работы начались на прошлой неделе, закончить их обещают уже на следующей. Чтобы не мешать оживленному движению, на улицу дорожники выходят в темное время суток. Около 50 рабочих и свыше 10 единиц спецтехники трудятся с 8 вечера и до 8 утра. Кроме проезжей части, в порядок приводят канализационные люки. Чтобы дорожное полотно на промышленности прослужило как можно дольше, тщательно следят за качеством. У нас постоянный контроль качества, то есть те участки, которые мы укладываем, через 3 дня у нас отбирает пробы наша лаборатория. Соответственно, они смотрят грансостав, уплотнение, водонасыщение асфальта. После этого уже идет контроль со стороны заказчика, то есть берем еще вырубки с представителем заказчика, то есть у нас такой двойной контроль. Гарантия на ремонт большими картами 2 года. В этот период все дефекты подрядчик будет устранять за свой счет. В этом году приведут в порядок улицу Партизанскую, проспект Кирова и Ракитовское шоссе. За счет средств федерального и областного бюджета в текущем году будет отремонтировано картами свыше 100 метров погонных 53 объекта улично-дорожной сети на сумму 672 миллиона рублей. При данном виде ремонта выполняется фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия и восстановление покрытия проезжей части асфальтобетоном толщиной 5 сантиметров. Автолюбители с нетерпением ждут обновления дорог. Пробок меньше будет. Нельзя, конечно, лучше будет, потому что у них меньше затрат на автомобиль будет уходить. Сейчас вот я делаю машину, допустим, 5 раз в год из-за этой дороги. А дороги будут нормальные, я ее там 1 раз в год буду делать. Всего в этом году на ремонт улично-дорожной сети Самары, а именно на комплексный ремонт и обновление дорог большими картами, из бюджета всех уровней выделили более 2 миллиардов рублей. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.